открываем мою долгожданную посылочку для стемпинга. Это не все, что необходимо для стемпинга, конечно. Я заказала то, что у меня уже закончилось. Я вам сейчас покажу, что. Смотрите, как упаковано. Тут надо еще покопаться. Ну что, начинаем. Так, потихонечку открываем. Вот это краска для стемпинга. Я никогда ее раньше не заказывала. Увидела ее на сайте. Решила попробовать. Обещаю, тут кисточки. Да, вот она, кисточка. И даже вроде должна быть сверху. Так я не могу понять, как она открывается. Сейчас посмотрю. Смотрите, я разобралась. Вот так отвертываем. Здесь очень тоненькая длинная кисточка. Можно рисовать по ногтям. Закрываем. Сверху просто наверх. Здесь такая металлическая палочка, с помощью которой можно, я так думаю, ставить точки. То есть мы в краску макаем и ставим точки. Мы обязательно с вами что-нибудь попробуем сделать этими красками. Вот, значит, у меня вот зеленая, желтая. Должно быть еще. Сейчас накопаем. Фиолетовая. Так. Смотрите, какой красивый цвет розовый. Я вот мой обожаю такой цвет. Так. Вот еще. Смотрите, они немножко отличаются. Это более такой фиолетово-розовый, а этот такой неоново-розовый. Рисунки должны быть классные. Уже хочется попробовать. Синий. Я взяла основные цвета, чтобы любая задумка моя могла воплотиться в жизнь. Так, смотрим дальше. Копаемся, копаемся. Это лак Blue Sky фирмы. Он недорогой по сравнению с Cindy лаками. Очень красивый цвет. Посмотрите. Матовый, розовый. Еще на две. Базовое покрытие шеллак Cindy. Самое лучшее, я считаю, в мире. Должно быть где-то еще у меня топ. Тут так все упаковано. Да, вот нашла. Самый лучший топ в мире для гель-лаков. Это Cindy шеллак. Это вот безворсовые салфеточки. 240 штук. Ими я снимаю липкий слой, чищу диски для стемпинга. Так, а вот это новинка. Мне просто не терпится попробовать. Это штука для снятия гель-лаков с ногтей. У меня, я пользуюсь... Сейчас я вам покажу, каким я пользуюсь и почему я заказала этот. Сейчас я вам расскажу, как я снимаю гель-лак с ногтей. Вот я использую вот такие штучки и вот такое средство. Если у вас их нет, то просто фольга и ватка. Ватный диск, да? Но здесь очень удобно то, что уже все это есть. Не надо ничего мастерить, просто закручивайте. Вот сюда вот эту жидкость. Вот так заматываем, да? И держим 10 минут. Но так как они у меня начали заканчиваться, я решила заказать еще упаковку. Но ее не оказалось на сайте. Потому что ее все покупают. Значит, здесь в наборе 100 штук, это хватает на 10 снятий. То есть это примерно мне 3,5 месяца мне хватает. И вот такое средство, Cindy шеллак. Этой штуки вам хватит года на два. Так что можете смело брать. Хорошая вещь.
946 миллилитров, почти литр. В общем, там не было этого наличия, но появилась новинка. Здесь 200 штук, а здесь 100, то есть в два раза больше. Вот эта штука стоит 800 рублей, вот это 300 рублей. Считайте, 200 и 100. Но это не просто ватки какие-то. Тут пропитано уже жидкостью для снятия гель-лака. Обещают, что за 10 минут он снимет его. Не пробовала. Очень интересно. Знаете, он такой тяжеленький. То есть, значит, чувствуется, что там правда с жидкостью пропитан. Мне очень интересно, как они будут в работе. Ну, если они не подойдут, значит, возьму просто фольгу, диск, ватный диск, свое средство и буду так снимать, как я раньше делала. Но я надеюсь, что он работает, потому что это, во-первых, всего лишь 300 рублей, это 200 штук, это на полгода мне хватит. Это не нужно постоянно макать вот эти жидкости. То есть, если это работает, то это просто супер. Если мне понравится, я сниму видео, наверное. Да, если мне понравится, я сниму видео. Салфетки для снятия гель-лака написано. Ну, супер. Будем пробовать. Сделано в России, между прочим. Так, ну что, смотрим дальше? Смотрим дальше. Так. Раз, пластиночка. Тут, знаете, тут так все упаковано, тут еще покопаться надо. Главное не упустить что-то. Два пластиночка. Я потом вам все подробно расскажу. О, нашла еще один лак. Еще светло-голубой. Тоже для стемпинга, рисовать рисуночки. Тоже длинная достаточно кисточка, посмотрите. Голубой, нежно-голубой цвет. Вот в этой коллекции его не было. Была другой фирмы. Я заказала. Сейчас мы еще покопаемся. Боже мой. Вот здесь список. Надо сверить. Все ли у меня нашла. Так, нет, еще должна быть мою Лондон плитка. А я тут одну нашла. Нет, еще должен быть вот такой лак один. Представляете, вот так упаковать. Все, я все нашла. Сейчас покажу вам второй лак. Посмотрите, он такой светло-серый. Я очень люблю светлые лаки для степпинга, потому что можно темные рисунки наносить, на контрасте классно смотрится. Еще я заказала три плиточки. Мои любимые, мою Лондон и Конат. Так. Здесь у нас Conat Square Image Plate 10. Очень-очень интересно. Здесь новогодние рисуночки. Сейчас сниму вам поближе. Прям руки чешутся что-то сделать. Очень классно. 8. 16 рисунков больших. И 9 маленьких. Сейчас поближе сниму. Значит, мою Лондон — это потрясающая вообще фирма. Вот эта вот коллекция фестив. Здесь только праздники. То есть они всевозможным праздникам посвящены. Это к Пасхе рисуночки. Пасхи. А это ко дню Святого Валентина. Сейчас я поближе сниму, чтобы вы рассмотрели рисуночки. У меня несколько таких из этой коллекции. К Рождеству, значит, Хэллоуину. Там всевозможные тоже. К дню Святого Валентина. К дню рождения у меня есть. В общем, они именно праздничные. Очень хорошие. Я стараюсь всегда их брать, потому что когда праздники, хочется какой-то необычный маникюр. Сейчас поближе вам сниму плиточки. Так, ну посмотрите, вот так выглядит пластиночка от Conat, Stamped Nail Art, Square Image Plate. Хорошо упаковано, качественно очень сделано, надежные пластинки, я их очень люблю.
такая новогодняя рождественская пластиночка. Посмотрите. Просто потрясающе. Вот, Merry Christmas. Merry Christmas. Тоже Merry Christmas. Счастливого Рождества. Ну, здесь елочки, олени рождественские, снежинки. Вот отдельно снежинки. Ну, в общем, есть чем работать. Сейчас зима. Будем с вами экспериментировать. Обязательно воспользуюсь этой пластиночкой. Что-нибудь вам покажу интересное с ней. Мой Лондон. Кстати, вот этот маникюр, это тоже мой Лондон. Дизайн. Так, открываем. Так, еще надо умудриться снять пленочку. Вот. Вот, красота. Это ко дню Святого Валентина сделана коллекция. Happy Valentine Day. У нас как раз через неделю День Святого Валентина. Я обязательно сделаю стемпинг. Используем вот эту плиточку. Здесь сердечки. Все, что нам нужно. Так что ждите видео. Обязательно сделаю. Следующий маникюр будет у нас ко дню Святого Валентина. Отлично. Так, это пластиночка номер 23 к празднику Пасхи. Я так понимаю, что это имитация росписи яиц пасхальных. Вот, здорово. Отличные рисунки. Обязательно что-нибудь с вами придумаем. Тоже написано «Счастливой Пасхи». Ну, классно, необычно. У меня таких не было еще рисунков. Обязательно попробуем. Вот так выглядит краска для стемпинга. Сейчас я вам поближе покажу, если вы не разглядели, когда я вам посылку открывала. Здесь очень тоненькая кисточка. Посмотрите. У меня уже руки чешутся что-нибудь попробовать. Вот так выглядит иголочка. Она не острая, она просто для нанесения точек. Макаете в краску и делаете цветочки. Никогда я ими не пользовалась, всегда использовала для рисунков. Просто лак для стемпинга, красками не пользовалась. Вот хочу очень попробовать, обязательно что-нибудь придумаю. Вот здесь тоже тоненькая кисточка. Красивый голубой цвет. Вот гель-лаки Blue Sky. Поближе вам тоже покажу. Такой ярко-неоново-розовый цвет, чем-то похож на вот этот цвет. 21. Да, неон, видите. А это серый, светло-светло-серый. Мне кажется, очень удачный цвет для стемпинга. База. Я взяла большую упаковочку. Топ. Это мне хватит на год точно. Обычно раз в год я обновляю. Салфеточки безворсовые для снятия липкого слоя. И чист, я ими чищу диски для стемпинга. И новиночка. Видите, вот эти салфетки вот. Показано, что надо как замотать на 10 минут, потом очистить палочкой. Будем пробовать, мне очень интересно. Если они покажут себя хорошо и хорошо смоют, я обязательно сниму видео, чтобы вы знали. Потому что 300 рублей 200 штук, и не нужно покупать дорогую жидкость. Потому что хорошие жидкости, они прилично стоят. Так что ждите моих видео. До новых встреч!